Всем привет! А баба Вера, как всегда, с вами. Знаете, вот я люблю читать ваши комментарии, очень люблю читать, очень много и разных там, что только не пишут. А вот мне Гром, ник такой, он написал: можно мне в ролик? Я еще никогда не был в видео. Представляете, трагедия у ребенка, никогда не был в видео. А как его туда? Вот поймаю я тебя, затяну и суну в свой ролик. Будешь знать, как проситься. Бабушка такая, что хочешь сделать. Ну а сегодня хочу Наталья Быканова, Паша Кен. Ну, короче, просили. Посмотри, Ярик Кен в этой теме. Ой, по Майнкрафту. Ну и что? Это что-то новое. Капуста это, наверное, не делал. Я так, капусты нигде не присутствует, поэтому сразу начинаю думать, делал капуста это или не делал. Не делал. Люди сами. Ну что, давайте послушаем. Поехали. Ай, боже, пауки какие-то лазят. Урожай хороший. Профессионал, так что бесполезно. Ведь себе я сделал момент, все инструменты, от дерева до камней и железа. Сквозь туннели и пещеры пробираюсь не напрасно. На пути так много мобов, здесь опасно. А за ними криперы, пауки, скелеты. Вдоль лавовых озер до алмаза. Майнкрафт ноль открывает двери. Я вернулся, чтоб дойти до цели. Ранили. Какие змеи там. Ой! Я думала, это добрые мультики. Игры. Песики там. О! Все. Ну, специалисты уже точно, точно. Чи себе попробовать. Надо пробовать. Чи себе попробовать что-то соорудить. Ярик вложил много усилий. Видно, старался. А что я? Не смогу, что ли? Я так думаю. Видите, он учит, не сдавайтесь, идите до цели, идите к своей мечте. Вот я и пойду, начну мечтать и пойду к мечте. У ребят получается.
Или себе рвану к своей мечте что-то, что-то придумать. Хотя уже не те мечты у меня, что у вас, ребята. Эх, где мои 17 лет? Может, еще бы мечтала о таком. А сейчас, конечно. А так, конечно, пишут, что я читала, что это у него первый ролик. О. Но получилось классно. Мне понравилось лично. Вот. Интересно. Короче, у него классно получилось. Вот он меня и замотивировал, и мне уже хочется что-то сделать. Я уже в Майнкрафт, я играю. Да, меня ребятки подсадили, я уже играю. А тут осталось мелочи, еще ролик сделать, склепать. Да. Да и какая разница, вот мне многие говорят, у тебя уже много лет, старуха там. Да какая разница, сколько лет? Иди к своей мечте, иди к своей цели. И все, ребята. Ой, классный ролик. Видите, как замотивировал бабушку. Так что давай, подтягивайся. Пойдем вместе. Пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.